Привет, друзья! С вами Владимир Шемин. И в этом видео я покажу вам обзор отеля Киликия Пэлас 5 звезд, которая находится в поселочке Гюйнюк, регион Кемер. Так что подписывайтесь на канал и погнали! Итак, ребят, начнем мы обзор сразу с холла отеля, там, где и находится ресепшн. Сразу скажу, несмотря на то, что это один из моих любимых отелей и любимых отелей моих туристов, отзыв будет, в принципе, обзор будет объективный. Смотрите, какая штуковина есть тут. Все, я прошел фейс-контроль, ну и температурный режим. Холл отеля. Так, давайте так. Тут у нас есть цветочки, но, к сожалению, ребят, это не живые цветочки, а, ну, не живые они. Ну, ничего страшного, холл отеля, смотрите, какой красивый. Ну, реально стильный, красивый, без всякого пафоса, без всяких царских вот этих прибамбасов. В общем, все то, что я люблю, и это меня радует. Слева у нас ресепшн, там, где гости регистрируют свое проживание. Ну, естественно, соблюдаются все нормы безопасности, все разметки на полу. Кроме того, смотрите, какая штуковина есть, что вот тут вот, оп, то есть я зашел за разделительную черту и загорелся красный свет. Оп, и он зеленый. Вот это все указано, 1.5 метра. Пойдемте дальше, друзья. Значит, отель, я бы не сказал, что он огромный, но тут есть абсолютно все, в том числе и магазины, которые я просто сейчас, ну, грубо говоря, пока мы идем на лобби-бар, друзья, да, начнем мы, можно сказать, обзор с лобби-бара, ну, краем глаза покажу вам то, что они есть. И вы можете, в принципе, даже не выходить из отеля для того, чтобы чего-то себе купить. Но лучше, конечно, выйти. Еще часть холла отеля, ну, в принципе, где можно посидеть, выпить каких-то напитков. Потому что это помещение находится сразу с лобби-баром рядышком. Вот наш лобби-бар. Итак, опять все согласно нормам безопасности и, в принципе, любые алкогольные, безалкогольные напитки, которые вы пожелаете. Из интересного, давайте, что тут из интересного, это виски Ballantine's, Red Label виски, Jameson, потом что у нас, Chivas, ром Havana, по-моему. Ну, собственно говоря, хороший, нормальный выбор алкогольных напитков, в том числе и импортных, которые входят в концепцию. Ну, пиво, само собой, и безалкогольные напитки тоже, само собой. Друзья, это был только часть обзора. Я сразу говорю, обзор, скорее всего, будет длинный, потому что я живу в этом отеле, и показать придется очень много всего вам. Дальше, вы можете выйти с этого бара на вот такую вот террасу. В принципе, конечно, вы можете брать себе напитки, заказывать, вам даже принесут сюда за столик напитки, если вы решили посидеть именно на этой террасе. Смотрите, какие бомбические виды с этой террасы. Вот вам пальмы, вот вам сосны, вот вам зеленый, ухоженный, аккуратный, красивый газончик. Кстати, с левой части находится зона детского мини-клуба. Тоже в интересных аппликациях. Вот как это все выглядит. В общем,
Ну, смотрите, кстати, и насчет напитков. Почему тут нету туристов почти никогда в этом лобби-баре? Да потому что, в принципе, и на баре возле бассейна у вас есть абсолютно все те же напитки, что и в этом лобби-баре. Так что очень редко, когда тут бывают туристы именно в баре на лобби. Кроме того, есть еще одна терраса, и на эту террасу также есть выход из новой кондитерской. Друзья, новая кондитерская, она просто потрясающая. Ну, первое, что там очень вкусные десерты, пирожные, тортики, ну, это очень вкусно. Плюс в этой кондитерской просто отличный кофе. Можно сделать любой кофе, то есть капучино, эспрессо, латте. И это реально вкусный. Если так вам бы сказать, допустим, я кофе пил во многих отелях. И ну вот мне тут кофе как-то оно больше всего понравилось по вкусу. То есть оно очень вкусное. Кроме того, что оно очень вкусное, оно еще и в этом месте приятное. То есть терраса, на которой можно попить этот кофе, ну, выход на террасу из кондитерской, это хорошее место, атмосферное такое. Тоже просматривается вся территория. В принципе, вот сейчас я вам ее все это показываю. Ну, вот смотрите, не знаю, вот скажи, напишите вы в комментариях, нравится вам это место, вот, и как бы вам было бы на этой террасе, если бы вы тут пили кофе, ну, кушали там сладкие пирожные, я не знаю, может кто-то не любитель, конечно, этого, но место вот мне нравится, то есть тень от солнца. Если вы там днем захотели это, там, попить кофе, скушать вкусных пирожен, то есть тенек, есть потрясающий вид на территорию и даже частично на море. Ну, море получается, оно за территорией. Ну, это стандартный вариант, в принципе, всех отелей. Дальше. Еще есть такой внутренний, условно говоря, дворик возле этой кондитерской. Ну, на него можно выйти непосредственно с самой кондитерской, а можно, в принципе, пройтись через улицу. И тоже смотрите, какое атмосферное место. Но не только атмосферное, друзья. Место для ваших фотосессий. Смотрите, как тут все красиво. Как вам нравится, нет? Пишите это все в комментариях под этим видео. Тут растет вот такое вот дерево. Оно достаточно высокое. Ну и столики. Как будто, я бы так сказал, может быть, в Париже где-то на улочке будут фотографии получаться. В общем, давайте пойдем дальше по территории, потому что с одной стороны вроде бы территория и небольшая, но на территории насколько всего много, чего вам нужно показать, что нужно мне поторопиться, потому что видео получится очень длинным. Значит, для того, чтобы спуститься с этой террасы, есть лестница под ступенечки, они сделаны так вот кругом, но тем, кому это не нравится, там ходить по ступенькам, это все, конечно, можно сделать на лифте. Но нужно выйти тогда в, ну, в коридор отеля. Вот мы спустились. Справа у нас начинается терраса главного ресторана. В принципе, вот этот главный ресторан, ну, закрытая часть, которая в помещении находится. Но ресторан, конечно же, вы увидите чуть-чуть дальше и, скорее всего, даже в отдельном видео. Так что это будет обзор питания. В принципе, наверное, я вам покажу все варианты. Доброе утро. И это будет и завтрак, и обед, и ужин. Почему так? Потому что у некоторых туристов бывают нарекания. Нарекания на питание. Ну, это стандартное. Мало еды, неразнообразно или, ну, тому подобное. Хотя я не знаю, как бы, хотел бы я посмотреть на это мало еды, как они это все едят. Те, кто пишут, что неразнообразно и мало еды. Ладно, бассейн, друзья. Смотрите, это один из бассейнов. Посередине бассейна есть декорация, клумба и дерево, которое растет.
Давайте сразу мы тут посмотрим аквапарк. Значит, условно говоря, это два аквапарка. Один для более взрослых туристов и деток. Тут, конечно, это не грандиозный аквапарк. Мы имеем всего 5 горок. Вот так они выглядят. Но мне что нравится в этом отеле, это бассейны. И, в принципе, как они сделаны. Ну, не сделаны, а вот интерьер бассейна, видите? То есть, особенно когда смотришь на это с высоты, это очень красиво выглядит, друзья. Итак, значит, идем дальше. Это аквапарк для взрослых. И тут, конечно, есть еще один такой, можно сказать, аквапарк в отдельный бассейн. Это для деток. Вот так он выглядит. Всего 4 горки. Небольшие, среднего размера, можно сказать, не для самых маленьких. Но, ребят, хоть как-то, но отель постарался сделать и маленьким, самым маленьким своим гостям приятно. Идем дальше, друзья. Сейчас мы пройдем амфитеатр. Вот смотрите, я не знаю, я, наверное, не буду показывать амфитеатр, сложно сказать, потому что именно на данный момент анимация не проводится, взрослая, да и детская особо, ее нет в условиях локдауна. Поэтому, как бы, ну, заходить в амфитеатр или зайдем. Давайте зайдем уже, ладно. Вот сцена. Ну и вот тут проводится вечернее шоу. Но, друзья, в условиях локдауна, увы, анимации практически нет. И это касается почти всех отелей. А там, где она проводится, то отель закрывают, лишая сертификата, который позволяет им работать в условиях карантина. Ну, то есть не соблюдаются меры безопасности. Это вот территория, друзья. Насчет зелени. Ее тут, я так бы сказал бы, для именно этой территории ее нормально. Но это не самый зеленый отель, естественно, в регионе Кемер. Просто тут нужно понимать, что тут той территории особо такой вот огромной нету. Из-за этого, как бы, видите, тут есть несколько бассейнов, то есть есть, допустим, ну, вся необходимая инфраструктура, которая нужна для отдыха. Но, тем не менее, все-таки, как бы, больше тут просто и негде сделать более зеленое озеленение. Тем более отель не бунгальный, а стандартного типа. Соответственно, как бы именно для такого типа отелей, то есть зелени, достаточно. Что я люблю, друзья, когда есть вот сосны на территории, которые, ну вот видите, как вот получается, под сосной стоят шезлонги. Есть, конечно, зонтики, но вот есть сосна. И она прикрывает, то есть создает тень. И вот именно получается, когда есть такие сосны, которые, ну, прикрывают шезлонги, летом, там июль, август, это просто отлично, друзья, для тех, кто хочет более комфортно там на шезлонгах полежать возле бассейна. Ну, плюс-минус можно переставлять так, чтобы загорать. Но вот именно под соснами будет не так жарко. Хотя можно загорать вообще, ну, более-менее полноценно. Ну, только нужно шезлонги выставлять, ну, естественно, так, чтобы на вас попадало солнышко. Вот. И мы сейчас подходим к части территории, там, где находится детский клуб. И вот тут тоже есть такое вот озеленение из кустов. Очень красиво это все сделано. То есть хорошее место для фотосессии. Так что, кто хочет хорошую фотосессию, вариант подходящий. Итак, детский клуб, друзья. Детский клуб тут небольшой, но опять-таки его, в принципе, с головой достаточно. И пока что в условиях карантина он может неполноценно работать. Вернее, он неполноценно работает, а вот закрытые именно помещения, вот эти домики, смотрите, я сейчас показываю вам время работы, которое будет
после локдауна в Турции. Так вот, вот эти вот домики, ну, внутри, чтобы ваши детки там занимались с аниматорами, вот именно в условиях локдауна они сейчас не работают, а должны заработать теоретически после локдауна, но с некоторыми ограничениями. В любом случае, вот именно касательно работы детского клуба в закрытых помещениях, эта информация не постоянна и носит переменный характер, потому что с этим вопросом все, конечно, плюс-минус от текущего положения ситуации может меняться. Дальше. Вот у нас еще пара горок, пара качелек. И, собственно говоря, детский клуб находится под прикрытием сосновых деревьев. То есть ваши детки не сгорят на солнце, им будет комфортно находиться в этом месте. Хотя мне вот детский клуб такой нравится, место атмосферное, хорошо задекорированное. В общем, молодцы. В отеле постарались, сделали приятно. Идем дальше. Сейчас я вам покажу бар у бассейна, в принципе, возле которого в основном все туристы и зависают. Так что именно в этой части, ну, как правило, больше всего скопление туристов. Хотя, опять, еще раз акцентирую внимание, в условиях локдауна туристов не так много, как ожидалось и планировалось. Особенно еще повлияло то, что много не приехало россиян. Это, конечно, удар ниже пояса для любого отеля в Турции, в том числе и Киликии. Но если взять, так, сейчас я уже показываю вам бар возле бассейна, и пока я вам его показываю, тут, конечно, на часах сейчас, смотрите, 7:30, поэтому он еще закрыт, он начинает позже свою работу. Я вам расскажу некоторые моменты, которые усредненные для Турции. Так вот, друзья, если мы берем вот любой отель, то, в принципе, Киликия достаточно хорошо заполнена. И это вот чувствуется, допустим, по отелям, которые я смотрел, в которых я был, в которых я кушал, вот, то есть это чувствуется по питанию, вот, то есть по разнообразию питания, ну и по количеству питания. Ну, количество — это, конечно, так, косвенный показатель, а вот разнообразие, конечно, ну, мне понравилось в этом отеле, я довольный по сравнению с другими отелями. И вот такая вот еще терраса возле этого бара. Ну, в общем, смотрите, тут я вам все показал. Мы, наверное, сейчас перейдем на пляж. Я покажу вам пляжное покрытие, покажу вам пирс. И потом мы еще пройдемся по территории, потому что тут, грубо говоря, несколько корпусов. И есть еще бассейн. Ну, еще есть красивые места, скажем так. В общем, выходим мы с территории бара и идем на пляж. Значит, естественно, на пляже у нас, ну, я думаю, достаточное количество шезлонгов, всем должно хватать. Особенно в условиях карантина, локдаунов и тому подобное, ну, не знаю. Я был, отдыхал в этом отеле 2 дня, мест хватало на шезлонгах абсолютно всем. Поэтому, друзья, если что, вы пишите в комментариях, когда вы отдыхали, хватало ли вам, либо не хватало шезлонгов. Покрытие пляжное. Давайте я вам покажу пляжное покрытие. Тут у нас такой вот, кто-то называет это песком, но это не песок. Это такая мелко-мелко-мелко зернистая галька. Вообще меленькая-меленькая. И это основная часть покрытия пляжа. Кстати, шезлонги имеют мягкие матрасы. Может быть, какие-то матрасы уже не в самом лучшем состоянии, но именно ярко в глаза это ничего не бросается. Давайте дальше пройдемся, и я вам покажу пирс. Вот он, есть пирс, то есть с пирса вы можете спуститься в воду, есть, в принципе, для этого лестницы, кроме того, и есть вот такое устройство для того, для захода в море.
такая вот дорожка, мостик, как это там называется. Если что, напишите это все в комментариях под этим видео. Ну и вход в море, ребят, тут галечник. В принципе, это мелкая галька. Я заходил, плавал, конечно, не успел я поплавать с маской, но, в принципе, не знаю. Ну, покрытие, получается, дна — это галька. Глубина тут нету, получается, этих, как его, таких вот резких обрывов. То есть она пологая, но очень короткая. То есть глубина начинается очень-очень быстро. Поэтому, но она все равно, я же говорю, тут пологий заход, поэтому с детками, в принципе, нормально. Единственное, кто вот это к гальке там относится отрицательно, учитывайте этот момент, это регион Кемера, и ничего вы с этим не сделаете, ну, кроме там крутых отелей, которые стоят в десятки раз выше, имеют собственный пляж с завозным насыпным песком. Но таких немного, друзья. Вот. То есть с пляжем мы разобрались. И давайте мы сейчас выйдем с пляжа. Но я забыл вам показать, возвращаемся назад, волейбольную площадку на пляже. Это просто вам нужно увидеть. Вы можете сказать, конечно, а зачем? Но, друзья, именно на этой площадке мы имеем очень необычный завозной песочек. Сейчас я вам это все покажу. Конечно, было бы приятнее, если бы это был весь пляж в таком песочке. Но, увы, мы имеем только этот песочек на волейбольной площадке. Смотрите, белоснежный, друзья. Вот он какой, просто обалденный песочек. Это завозной песок, такой часто используют в отелях VIP-уровня. А в Киликии такой песочек имеется на волейбольной площадке. Вот как он выглядит. То есть он, первое, что приятный, он практически не прилипает. То есть, видите, как бы, ну, это просто сухой, конечно, если был бы мокрый, то тоже он не так сильно прилипает. Но он какой-то мелкозернистый. Обычно я видел более крупнозернистый песок, тот точно не прилипает. Это мелкозернистый. И он не нагревается на солнце. Это все, конечно, относительно, но по сравнению с другой поверхностью, ну, можно сказать, что действительно не нагревается на солнце. Вот такой вот песочек на волейбольной площадке отеля. Так, давайте выйдем с пляжа и пройдемся дальше по территории. Значит, тут у нас тоже есть еще одна такая не густо засаженная аллея пальмами. Много туристов тут, ну, делают фотосессию. Хотя, я же говорю, фотосессия — это все такое, как бы это не сложно, это в любом отеле можно сделать почти. А если не хватает места, то это все можно дорисовать, это сейчас не сложно. Вот, есть, смотрите, вот такой вот гамак. В принципе, на территории он, по-моему, еще один где-то есть. Все это ночью подсвечивается, конечно, красиво. И, друзья, ну, территория небольшая. При этом есть номера, которых прямой вид на море, есть номера, которых боковой вид на море. У нас, к примеру, номер, условно говоря, с боковым видом на море, но мы еще имеем вид на горы, а еще вид на прилегающую территорию. То есть все тут зависит от того, какую категорию номера вы бронируете. Нравится мне вот эта вот часть, то есть тут очень красивые такие кусты. Ну, в принципе, вся территория очень ухоженная и красивая. Ну и аллейка из пальм, которая с правой стороны у нас. Пляж просторный, достаточно длинный, но не глубокий. То есть мы говорим за
расстояние от территории отеля, вот давайте вам сейчас так будет виднее, до моря. То есть те, кто не любит много ходить, вариант отличный. Я вот, допустим, ну не то, что не люблю много ходить, я много хожу, я примерно в день, когда нахожусь в Турции, это 20-35 тысяч шагов за день у меня. Так что я ходить не то чтобы люблю, либо не люблю, у меня по-другому не получается. И когда я уже прихожу в отель, возвращаюсь в отель, то хочется минимально передвигаться по отелю. Ну, это лично, как бы, что относится к моему мнению. Ладно, так, идем дальше к территории. К последней части этой территории. Кстати, ребят, смотрите, где я еще не был. Вот тут я не был. Давайте, наверное, мы тоже еще сюда сходим. Вот у нас какое-то место с такой, с таким накрытием. Тут, наверное, у нас есть бар. Я думаю, по-любому тут есть бар. И вот тут я еще не был. Но вот именно этот бар, он не работает. Потому что людей мало. Отель полностью не заполнен. Поэтому этот бар не работает, да. Это вот единственное место, где я еще не был. Ну, видите, тоже есть такая небольшая терраса. И тут можно за столиками посидеть. Ну, когда отель начнет свою именно работу. И вот у нас еще один, вернее не один, а несколько бассейнов. Тут у нас есть в этом именно бассейне очень маленькая одна горка для самых крохотных гостей этого отеля. Ну и очень мелкий бассейн, по-моему, 35 сантиметров его глубина, не обманул вас, 40, вот тут все написано. Потом есть еще один бассейн, ночью очень красиво подсвечивается это все дело. Ну и тут у нас есть бассейн для вилл. То есть номера, условно говоря, как свимат, и вы на своей террасе имеете несколько шезлонгов и можете спуститься вот такой вот объединенный общий бассейн именно для этих номеров. Вот так оно выглядит, ребят. Собственно говоря, вот и вся территория отеля. Что я люблю в этой территории, в том, что она идеальная, она компактная, она красивая, фотогеничная. Ну, в общем, друзья, хороший отель с хорошей небольшой территорией. Все в отеле, в принципе, сделано для того, чтобы туристу было комфортно. Хотя есть некоторые нюансы. К примеру, вот если взять в номере, именно в нашем номере как-то нестандартно работал кондиционер. То есть, если там включена одна кнопка, вернее не кнопка, а включатель света, то кондиционер почему-то не работал. Вот. Это вот такой вот нюанс касательно номера. В отеле, в принципе, мне все нравится, и он полноценно соответствует своей категории. По отзывам. Бывают положительные, в основном это, наверное, 90-95% положительных отзывов, а бывают и отрицательные. Вот как раз к отрицательным нужно присмотреться очень серьезно, потому что очень часто отрицательные отзывы, они не совсем объективные и не совсем честные и реальные. Вот, потому что кто-то пишет отзывы, которые не связаны с отелем, а связаны там с дорогой к отелю, у которых после какой-то, ну, плохой дороги потом плохое настроение и пишет плохой отзыв. Кто-то пишет, что может быть не совсем разнообразное питание. Тут тоже нужно понимать. Мне бы интересно было бы посмотреть на этого человека, и как он это все кушает, и как ему этого всего мало. Особенно
кто-то пишет за завтра. Не знаю. Ну, тут, конечно, это дело лично каждого. И не туда приехал. И соответственно, лично мне хватает на завтрак вообще чашечки кофе и бутерброда с колбасой и сыром. А некоторым туристам, конечно, нужна и красная рыбка. Друзья, если вам нужна красная рыбка или не знаю, что еще на завтрак, ну, нужно, конечно, выбрать другой отель, добавить там 500 евро к бюджету своему отдыха, может быть, там 700 евро, и тогда у вас будет завтрак поинтересней и поразнообразней. Кстати, сейчас вы видите, как выглядят коридоры в отеле. Именно в этом корпусе у нас ковровое покрытие и в номере, и в коридорах. Это я люблю, кстати. Хотя, с другой стороны, это не совсем практично для отеля. И получается, что я хочу сказать, что по питанию это хороший вариант, но не VIP-вариант. Так что с питанием, я думаю, мы разобрались, что хотим более разнообразного питания, хорошего питания. Вот давайте сравним с Беллисом. Вот в Беллисе более разнообразное и, ну, питание, можно сказать, разнообразнее. Оно не лучше, оно разнообразнее. По качеству оно и тут, и там хорошее. Но в Беллисе будет разнообразнее. Берете и сравниваете цену. Допустим, отеля Киликия Пелас Гвинюк и отеля Беллис Делюкс. 5 звезд. Вот сравните цену и увидите разницу. И с этого всего нужно начинать. Сколько турист платит за тур? Нисколько он в денежном эквиваленте это делает, а в сравнении на момент оформления тура с другим возможным вариантом. Вот в этом суть, друзья. Дальше, что еще может быть по отзывам, допустим? Сейчас очень часто встречаются отзывы не только по данному отелю, но и по другим отелям, связанные с анимацией. Друзья, в условиях локдауна она вообще запрещена. Поэтому, увы, но это так и есть. И не только в данном отеле. И поэтому, ну, после локдауна вроде бы обещают нормальную анимацию. Но это с учетом карантина. Так что нормальная анимация с учетом карантина. Что это будет, ну, увидим уже в перспективе. Потому что говорить можно много чего и обещать, а как оно будет, это все только когда придет соответствующее время. Что еще, допустим, может быть, ну, такое отрицательное? Я бы мог лично отнести к, условно говоря, отрицательному моменту, и именно то, что я могу отнести, то есть то, что я испытал, и то, что создало мне дискомфорт, это Wi-Fi. С одной стороны, Wi-Fi берет абсолютно везде, на пляже, в номере и по всей территории отеля. Он не отваливается, то есть он нормально работает. Вот, я звонил по видеосвязи, я всегда звоню через мессенджер в Фейсбуке. Вот, то есть нормально, в принципе, он работает, видеосвязь тянет, ну, в рамках своего, как бы, в рамках своей скорости, то есть он видеосвязь даже нормально тянет. Но он нифига не грузит файлы. То есть, если я хочу загрузить видео на YouTube, друзья, я не могу этого сделать, потому что тут скорость обрезанная. Для мессенджеров ее достаточно, и то даже некоторые картинки, они не отправляются, не пересылаются, в общем, типа такого. И, соответственно, как бы, если вы хотите нормальный интернет, чтобы была нормальная скорость, то он тут платный. Мне при подключении показалось, что 7 баксов в сутки, по-моему. То есть, ну, это не дешево. Поэтому, если вам нужно тут пересылать файлы какие-то, вы работаете с чем-то там. Так, сейчас, одну минуточку. Вот, на входе у нас тут меряют температуру. Все, он показал, он 36,1 у меня, что все окей. Спасибо большое. И маски, надо одевать маски.
когда заходим в ресторан, нужно одеть маску. Ну, я сейчас пройду этот ресторан, да рассказываю, да показываю вам, потом сниму обзор, ну, вернее, одену маску, сниму обзор и только потом пойду завтракать. В общем, вернемся к Wi-Fi, что мы, ну, в этом отеле имеем вроде бы и неплохой Wi-Fi, но в то же время обрезанный. Если мы хотим, чтобы у нас был хороший Wi-Fi с хорошей скоростью, для того, чтобы было достаточно там работать, именно работать, а у меня получается работа связана с интернетом, и, соответственно, мне нужен, ну, хороший Wi-Fi. Кстати, такой Wi-Fi был только в одном отеле, Payne Beach Billet. У всех в Сиадине тоже Wi-Fi там. Что есть, что нет, он постоянно там отваливался. Только в этом отеле у меня был нормальный Wi-Fi. Payne Beach Billet. И там я успел загрузить пару роликов. Многие туристы часто пишут в комментариях к коротким видео на моем канале, что вот, научись снимать видео и тому подобное. Ребят, умею я снимать видео, знаю, как это все делается. Но когда ты находишься за границей, то это просто... Ну, с Wi-Fi иногда это беда. И, ну, покупать интернет, трафик, допустим, не наберешься денег. Покупать в отеле иногда это очень дорого. И поэтому, друзья, вот когда я нахожусь за границей, когда я, условно говоря, в командировке, снимаю для вас видосы и хочу выложить быстро, оперативно какой-то ролик интересный, вот, либо там чего-то красивое место, то это будет именно в таком формате. Кроме того, у меня есть и мои там знакомые, друзья, которые иногда мне помогают и непосредственно отправляют мне интересные ролики, которые тоже я выставляю на своем канале. Поэтому они снимают так вот, и все равно больше объемнее ролик просто не сделаешь. Так что как есть, так есть. Но это было отступление небольшое для некоторых туристов, которые смотрят и которым не нравятся ролики вертикальные и короткие. В общем, друзья, что я хочу сказать по отелю в заключении. Отель реально стоящий. По загрузке в условиях карантина это нормальная загрузка для отеля, потому что я видел полупустые отели, закрытые отели, но отель работает. Отель практически, ну, не сократил концепцию питания в разнообразии, в алкоголе, то есть он не опустился уровнем. Это радует. И отель готов принимать туристов в 2021 году. И тут можно комфортно, классно отдыхать. На анимацию, друзья, первое, что я вообще как бы особо к анимации не отношусь. Тем более в таких отелях. Вот это если Адам и Ева, это другой вопрос. Когда это, ну, какие-то танцы, пляски и тому подобное. Ну, кому интересно, друзья, это все нормально. Это ваше право и действительно оно ценное. Вот. Но с моей точки зрения это вот так вот. Поэтому мне анимации особо не надо. Для меня это все окей. Какая будет анимация, это мы узнаем в перспективе. Номерной фонд нормальный, хороший, в принципе, качественный. Но есть иногда в некоторых номерах несущественные нюансы. Хотя даже мне в одном номере моя коллега сказала, что когда она получила номер, он был прокуренный. Ну, все может быть, друзья. Идеальных не бывает. Значит, за номер сказал, за питание я вам, это отдельное видео, вы все посмотрите и все оцените. То, что вы можете прочитать в интернете, теоретически реально, но, друзья, реально то, что было вчера, не означает, что будет завтра. Или то, что было хорошее в прошлом, не означает, что будет в будущем. То есть питание, увы, это показатель относительный. В целом отель хороший и соответствует своему бюджету. По сервису персонала, ну, я не могу назвать каких-то критических отрицательных моментов. Лично меня все устроило во всех сферах, где я касался с персоналом.
Потому что иногда можно, конечно, встретить, что чего-то не так или это. Нужно еще смотреть правильно на то, вот, допустим, мне делали кофе. Пока мне делали кофе, бармен начал расставлять бутылки в баре, выставлять на свою витрину. А я подумал, вот, блин, редиска стоит, тут ни хрена не делает в баре, в лобби-баре. Туристов нету, а он вместо того, чтобы мне сделать кофе, расставляет. Оказывается, кофе в это время готовилось, а он, чтобы не терять время, параллельно еще расставлял бутылки на витрину, чтобы туристам было видно. То есть нужно еще правильно оценивать как бы действия персонала, а не думать только лично о себе. В общем, на этом все, друзья. Если есть у вас вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Постараюсь вам дать ответы. Если вы можете поделиться отзывом отрицательным или положительным по отдыху в данном отеле, тоже пишите в комментариях под этим видео. Я обязательно почитаю. Ну и не забывайте про форум туристов, самую актуальную и, наверное, честную группу в Фейсбуке, где вы можете почитать реальные отзывы и посмотреть реальные фотографии от туристов, в том числе и от меня, по возможным отелям, где можно отдыхать, либо местам и, ну, в общем, группа для взаимопомощи всем, кто желает отдыхать и путешествовать. Ссылочка на эту группу в описании к этому видео. Ну и не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. С вами был Владимир Шемет. До новых встреч. Пока-пока.